Анализ Дейс дает очень классную площадку. Здесь очень приятно, удобно выступать. Впечатление, на самом деле, потрясающее. Это было мое первое выступление на такой большой конференции. Я очень вдохновился, потому что очень рабочая, живая аудитория. Ребята всегда поддерживали, всегда вместе общались, задавали интересные вопросы. И после этого выходишь, конечно, заряженным. Мне кажется, у меня эти эмоции еще неделю будут. И в целом атмосфера стояла очень дружеская на секции. И здесь очень важную роль сыграла именно действительно, собственно, секция X5 технологий. Поддержка коллег в этом вопросе бесценна. X5 – это прям любовь. Можно рассказать про свою компанию, о всех возможностях, которые есть у нас в X5 Tech. Мы, на самом деле, внутри накопили очень большую экспертизу, которой прямо от души хочется поделиться с ребятами. На стенде интересно взаимодействие с людьми. Они приходят, мы с ними общаемся. Они узнают больше о компании. Мы проводили воркшоп на тему импакт мэппинга, но у нас еще есть CGM-дебаты и первое интервью. У нас очень много сегодня классного мерча. Мерч можно выиграть любую игру. У нас есть классные бутылки, здоровские футболки, подушки и нотики. Енот появился как персонаж для квиза, но потом он внезапно захватил наши умы и сердца, и мы просто не могли без него дальше. Пополнил магазин мерча и навсегда остался в наших сердцах.